Правильно ли я понял вас, подсудимый Геринг, что все основные решения в области внешнеполитической, военно-стратегической, в окончательном их виде принимались Гитлером самостоятельно? Jawohl. Dafür war der Führer. Следует ли понимать это так, что Гитлер принимал решение без заслушивания мнений специалистов, без изучения вопроса, без анализа различных материалов, которые могли представить эти специалисты? Das war verschieden. In einzelnen Fällen ließ sich selbstverständlich Unterlagen geben, ohne dass die Experten genau erkennen konnten, zu welchem Grunde. In anderen Fällen hat seinen Fachberatern gegenüber ausgesprochen, was beabsichtigte, und von ihnen diesbezüglich Unterlagen oder Beurteilungen eingeholt. Entschieden hat als oberster Führer selbst. В таком случае, правильно ли я понимаю вас, что при решении серьезных вопросов Гитлер в той или иной степени опирался на материалы и анализы, представляемые ему его ближайшими сотрудниками, работающими и консультирующими его в соответствующей области? Teils enge Mitarbeiter, teils wie Nachrichtenübermittlung weiterer Mitarbeiterstab der betreffenden Ressorts. Здесь, в судебном заседании, ваш свидетель Баденшац заявил о том, что вы сказали ему в марте 1945 года, что много евреев было убито и что за это придется дорого заплатить. Вы помните это свидетельство вашего свидетеля? An diese Aussage in dieser Form, wie sie mir eben übersetzt wurde, erinnere ich mich keineswegs. So hat das der Zeuge Bodenschatz nicht gesagt. Ich bitte, das Protokoll heranzuziehen. А как говорил свидетель Баденшац? Вы помните? Dass wenn wir den Krieg verlieren, es uns teuer zu stehen kommt. Почему? За убийство, которое мы совершили. Nein, ganz allgemein. Und wir haben das ja auch gesehen. Общих фразы. Я имею вам несколько заключительных вопросов. Прежде всего, о так называемой теории высшей расы. В этой связи я один только ставлю перед вами вопрос. И прошу вас прямо на него ответить. Согласны вы были с этой теорией высшей расы и воспитанием в духе ее немецкого народа? Или не согласны? Nein, ich habe auch ausgeführt, dass ich dieses Wort nie gebraucht, weder in Schrift noch in Wort. Die Verschiedenheit der Rassen erkenne ich absolut an. Но вы с теорией этой не согласны, я так вас понимаю. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont.
Но вы можете ответить мне на вопрос, значит, вы не согласны с этой теорией? Ich persönlich halte sie nicht für richtig. Следующий вопрос. За организованные в государственных масштабах убийства миллионов ни в чем не повинных людей, даже независимо от осведомленности об этих фактах. Ответьте кратко, да или нет? Nein, weil ich nicht von diesen wusste und sie nicht veranlasst habe. Я еще раз подчеркиваю, даже независимо от осведомленности об этих фактах. Wenn ich Tatsachen nicht weiß, kann ich nicht dafür verantwortlich sein. Вы обязаны были знать эти факты. Das werde ich noch ausführen. Я вас допрашиваю, ответьте мне на вопрос. Вы обязаны были знать об этих фактах? Wieso verpflichtet? Entweder ich kenne Tatsachen oder ich kenne sie nicht. Sie können mich höchstens fragen, ob ich leichtfertig war, dass ich mir die Kenntnis nicht verschafft habe.